Может, подарите Думе что-нибудь? Олечка, мне хочется словами песни передать то восхищение твоей выставкой. Оля, в том саду мы встретили мужскую думку, хризантем расцвел, и тогда в душе родилось... Что? Нет, родилось подарить букет в жизни. Спасибо всем за теплый прием, за то, что вы откликнулись на наш призыв, пришли. Спасибо всем гостям. Мы с Тамарой будем парой, поэтому ее гости и мои тоже любимые гости, а ее гости, ну, короче, вот мы вас всех очень-очень любим и рады, что вы пришли. И вообще вы нас приласкали, обогрели теплыми словами, так что вот просто крылышки нам расправили, мы теперь полетим высоко, далеко, на любую выставку, да хоть за границу, да, Тамара? А она может и стихами, между прочим, она и стихи пишет. Ну, это тема отдельная, поэтому стихи, я думаю, есть такая.